есть цель отправляться в часовню. Я думаю, в этой серии мы до нее точнее доберемся. Так, давайте назад сходим, проверим, что мы там забыли. Вроде ничего. Да, тут закрыто. Здесь там чувак закрыл дверь, и туда, я думаю, тоже нельзя попасть нам. Да, совершенно верно. Так, а лифт? Чё лифт? Так, нужен ключ. Хорошо. У нас только один выход. И это идти сюда. С нами разговаривать, я так понимаю, не хочет. Да и я, честно, не горю желанием. Ой-ой-ой. Включи обратно. Все заколочено, все забито, блядь. Пипец. Вроде чисто. Речка какая-нибудь есть. Или что-то наподобие. Нет, вроде я такого здесь не наблюдаю. Так что придется нам сюда щемиться. Блять, ебаные сектанты. Нет батарейки. Вроде нет. У вас нет батарейки? Вроде нету. Ладно. А как насчет у вас? У вас тоже нет батарейки, блядь. Что, блядь? За херня, почему никого нет батареек? Блять, нихуя ты выбиваешь. А может так, да? А, только при открытой двери, наверное, да. Не знаю, ну дело какое-то. Точно, блядь, сектанты. Наша долгожданная батарейка. Ну да, в окно идем. Прошу прощения. Ой. Понятно. Куда мы, блядь, пришли вообще? А, вот отсюда чувак дверь закрыл. Да. А почему дверь эта закрылась? Сука, запер. Знаете, мне как-то, блядь, становится не по себе. Очень не по себе становится.
By Job, you alone shall escape Petalva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. What should we do? And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. Тихо, тихо, чувак. We will be free. Чувак. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. Ладно, хорошо, блять. Только... Надо... продумать путь отступления. Блять, это плохо получилось. Давай переснимем. Надо переснять. Ну что за херня? Ай, похуй, повалим отсюда, блять. Куда? Спасибо. Писал-то, блин. Заметки. Какую дверь он будет вышибать? Куда нам вообще бежать-то надо, блядь? Сука. Еще одна батарейка. Тихо. Сейчас он вышибает следующую дверь. И мы убегаем. Блять, он не вышибает следующую дверь. Что тут происходит, блин? Бля, опять идет. Дальше, сука. Блять. Прости, я не хотел. Thank you.
пиздец. Да. Я, честно говоря, ничего не понял. Вообще ни хера не понял. Намучаемся мы здесь, на этом месте, я думаю. Либо тут из одной из комнат что-то есть. Блять. Что-то есть, по-любому, из одной из комнат. Потому что там я что-то... не сориентировался особо. Здесь, блядь, бежать. Ай, камера не подводи, еще разочек.